Сосредоточиться на исполнении положений послания президента Федеральному собранию. Такую задачу назвал главный для нового правительства премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом он сообщил членам бывшего правительства после разговора с предшественником Дмитрием Медведевым. Последнего Мишустин поблагодарил за совместную работу. Остальных чиновников, которые продолжают исполнять свои обязанности после отставки правительства, попросил от этого не отступать. На сегодняшний день все, в соответствии с указом, продолжают исполнять свои обязанности. Прошу вас также от этого не отступать. И в ближайшее время, после соответствующих консультаций и объявления состава нового кабинета, мы встретимся и все это, конечно, расскажем. Российское правительство ушло в отставку после оглашения президентского послания. В тот же вечер Владимир Путин внес в Госдуму для утверждения на пост премьер-министра кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Мишустина. На следующий день он был утвержден в новой должности, а Медведев получил специально созданный пост заместителя председателя Совета безопасности. Отставку правительства Медведев объяснил желанием дать возможность президенту провести те важные изменения в Конституции, которые он предложил обсудить в послании. Назвать кандидатов на посты министров Мишустин обещал в ближайшие дни. Вас за поддержку